Всем привет, это Science Daily, новости науки и технологий. В сентябре несколько пилотов в воздушном пространстве возле международного аэропорта Лос-Анджелеса заметили нечто странное, что-то похожее на парня в реактивном ранце. И этот летающий объект был на высоте около 900 метров. Расследование, проведенное местными правоохранительными органами, не дало ответа на этот вопрос. Но согласно новому отчету журнала The Drive, это мог быть манекен с реактивным ранцем, сделанный немецким энтузиастом радиоуправления Ральфом Кайзером на заказ. Этот дрон действительно мог обмануть ничего не подозревающих пилотов авиакомпании, по крайней мере на расстоянии. Устройство представляет собой дуокоптер с двумя моторами мощностью по 250 кВт каждый. Общий вес ранца чуть менее 5 кг. Разработчик утверждает, что коптер способен летать с 15-килограммовым манекеном в течение 8 минут. Предположение о том, что в Лос-Анджелесе видели пилота реактивного ранца, были и раньше, однако было сомнительно, что оператор ранца мог подняться на высоту 900 метров. А вот 15-килограммовый манекен вполне мог.